Вот такую жирную точку поставила администрация города в затянувшемся споре с арендаторами несанкционированного рынка по улице Лесной в Пушкино. Как рассказал нам директор муниципального казенного учреждения «МИР», маркетинг, информация и реклама, на основании решения суда под надзором судебного пристава сегодня здесь проходит снос этого несанкционированного рынка. Решение арбитражного суда на 8 этаже данного торгового объекта. И на основании исполнительного листа судебных приставов сегодня вот это мероприятие происходит. Более 2 лет районные власти борются с так называемым Шанхаем. 2 года назад, выиграв суд, администрация, в частности МКУ «МИР», вступила в судебные споры с владельцем этого рынка. После нескольких рассмотрений дела арбитражный суд выдал окончательное решение, которое привели в исполнение представители судебных приставов. Происходит демонтаж незаконных построек, незаконного рынка. Ну, все устарело, документов уже нет, антисанитария. Город расцветает, зеленеет, лучше становится, новостройки. Ну, все это снесется, уберется. Вчера сам лично приехал к собственникам, каких давно уже обо всем предупреждали. Попросили по-хорошему, по-человечески все убрать. Ну, собственник нормально отреагировал. Все убирают, все собирают, все чисто. Город будет хорошо, красиво. Возможно, этот несанкционированный рынок и устраивал кого-то из местных жителей. Но город эта постройка явно не украшала. Вот и закончилось долгое судебное разбирательство, приведено в исполнение решения суда о сносе несанкционированного рынка по улице Лесной в городе Пушкино. Приведение в жизнь исполнительного листа должно напомнить некоторым предпринимателям, что законные требования муниципалитета должны исполняться.